We'll be right back.
Лев Толстой однажды сказал: «Я не верю в три вещи. Я не верю в медицину, я не верю в пятна на солнце, и я не верю в искусство дирижирования». Я наблюдал за работой Климперера, и я вижу, как воздействовал этот человек на качество звука в зависимости от стиля исполняемой музыки. В зависимости от стиля исполняемой музыки. Там не может быть никаких разговоров о том, как двигать руками, куда смотреть и так далее, и так далее. Это излучение. Излучение. Если оно происходит, оно дает свой результат. Распространено мнение, широко распространено о том, что дирижированием может заниматься любой музыкант, скажем. Очень хороший музыкант, скажем. Но это не так. Дирижирование – это профессия, несмотря на то, что в нее не верил Лев Толстой. When I play with orchestra, I sometimes tell myself, I'll never play concerto again. Too many artistic compromises. I only want to do recitals. When I'm confronted with the extreme loneliness of the recital, the heroism and also the cruelty involved, I sometimes think that I'll never do recitals ever again. From now on, I'll only make recordings. When I am recording and I'm free to repeat the work as often as I wish, the possibility of doing better, giving the best possible performance, and where everything can turn against me, the piano, the microphone, and above all, my own sense of freedom. I think to myself, I'll never go into a recording studio ever again. It's even more cruel. In fact, the real, the ultimate temptation would be to stop everything. Lie down, listen to the beat of my heart, and quietly wait for it to stop. Thank you.
давайте Прокофьева послушаем. Такая хорошая, но ужасно противная память. Ну, я был в многих городах. Так в каждом этом месте у меня буквально около 50 человек в памяти и фамилии, и все. А это меня мучает. Обязательно мне надо вспомнить. А еще знакомые, а еще знакомые знакомых тоже помню. Кошмар. А потом в каждом городе тоже, когда я стал ездить в России, на Западе, тоже помню. Цифры не запоминаю. Адреса я не могу запомнить своего. Ну, помню, конечно, адреса в Одессе. Нежинская, 2, квартира 15. Ну, вот эти сестры Александра Васильевна, Ольга Васильевна, Людмила Васильевна, Елена Васильевна, Анна Васильевна, Катерина Васильевна, Вера Васильевна и дочка Александры Васильевны. Все помню. Когда мне было 16 лет, в 31-м году, да, мой папа познакомил меня там с своими очень старыми знакомыми и поклонницами. И это было 8 сестер Семеновых. Они жили в прелестном доме с колоннами, ну, как у Тургенева. Они все уже были пожилые, и все носили те же моды, как раньше. И все вообще над ними смеялись. Но они были замечательны. И вот это моя первая публика была, которую я имел успех. Про них можно было сказать... Чудачки. Они каждая были в своем роде. 8 сестер, да. Ну, это в домашней установке, да. Ну, когда мне было 15 лет, и я играл в концерт Шумана на одном рояле, все. Ну, так. Имел успех, и вот это, собственно, меня и сделало пианистом. Я захотел стать пианистом. В общем, вещи мешают. Не в музыке, а ну, вообще в жизни. Ну, что развлекает, а ненужный. Я себе не нравлюсь.